Сейчас придут гости. Гости? Да, Карл, гости. Придет жирный Дед Мороз с его бандой эльфами-девственниками. Говорят, и Снегурка, но Дед Мороз у нас Сигма. О, как раз они. Оу-оу-оу. Я Снегурку потерял как раз. В смысле? Потеряли? Ага. Как Снегурку потеряли? Она на мусорке осталась спать. Ман, хуй с ней. Заноси сюда эльфов. Проблемы? Да Дед Мороз попался странный на голову. Снегурка бомжиха у нас. Какой год такой Дед Мороз? Эй, слушай, я Дед Мороз. Могу доказать огурцом. Спасибо, не надо. А теперь я пошел встречать своих гостей. А подарок? Где подарок? Ван, так уж и быть, я тебе дарю за службу свой вертолет. Огромный, такой огромный, как жопа отпердоленной польской тёлки, Карл. Лифига себе вертолет, он летать умеет. Так, я буду твоим инструктором, научу тебя летать на вертолете. Только следуй указательно моим инструкциям, пожалуйста. Хорошо? Да, окей. Ну тогда полетели. Ой, а что это за кнопка? Ты чё нажал? Ты что, идиот? Мы ж падаем. Ты чего? Бум-бум-бум-бум. Я катаюсь, и мне весело. Я еду на горшке, у-ля-ля. Я катаюсь по снегу, мне плевать. Да, я врезаюсь, мне насрать. Я включаю камеру со звуком. Еду я курицу, дядя Мука. Я летаю, я же Гарри Поттер. Ой же Гарри Поттер, но мне пофиг. Ча я врежусь. Так, ладно. Эй, чел, погнали с крыши прыгать. С какой крыши ты матерям еще нужен? Чел, спаси. Так надо его спасать быстро, пока он не прыгнул. Чел, не надо. Пожалуйста. Не прыгай, не умирай. Хач, Челов поверил, я ж тебя обманул. Кстати, скоро райдер должен подъехать сюда этот. У Тибонка много охраны тут. Но его бы тоже замочим, он меня бесит. Как тебя могут бесить девственники, Карл, тем более усатые? Алло, говори. С Новым годом вас поздравляю, всего хорошего. О, смотри, Тибонка вроде подъезжает, но это девственник с усиками. Может, замутишь с ним все-таки, он же с усиками. Блин, тут японцы хотят свои суши открывать. Черт, а чего они с оружием? С оружием, дебил. Да пофиг. Ну где райдер? Я уже 2 часа его жду, блин. Ты можешь заткнуться, задолбал уже вонять. Вон, видишь, он едет. Да это не он, идиот, это девственник. Девственник, ты девственник, ты задолбал меня уже. О, погодь. Я помню, это его машина. О, это он. О, давай ПВП в Майнкрафте, райдер. Ну чё, принёс пельмени? Да, с абрикосом, как ты и просил. Давай, сколько я должен? 50 гривен. О, смотри, вертолет летит. Чё, первый раз вертолет в жизни видишь? Смотрите, ребят, вертолет! Вертолет! Ща я в него гранату кину, смотри. Блин, я промазал, сука. А я не промазал, скажи? Я откуда знаю, иди нафиг. Сейчас я вас замочу, ребята, ждите. Так, первый ты в тебя стреляю, тебя стреляю. Кстати, ребят, ловите ракеточку от меня. Ща вам будет фигня. Ой, немного не так. Давайте заново. Да, блин, промазал. Ну, ловите, в общем. Чё режь, идиот? Да я не ору, помогал бы лучше. Ага, делать мне нечего. Я буду как бот стоять в NPC тут. Так, давай разделимся. Ты там, я тут. Да я типа буду стрелять. Но не буду стрелять. Я сегодня хулиганка, вогник, вогник, жарко, жарко. Танцы в вишку аж до ранку. Вогник, вогник. Вогник. О, блин, не попал. Давай. Да, блин, вогник. Нет вогника. Так. Тибонка, привет от лебедей. Ну чё, так и умрёшь, девственником, да, сусаби? Вообще-то, у меня парень Лёха. Выскочи.
Райдер, куда убегаешь? Мы не договорились с тобой. Хочешь поговорить со мной, лох? Садись в катер. И привет Кристине твоей. Ну, тебя еще долго ждать? Я вообще-то тут уже в катер сел. Лох, сейчас, погодь, сейчас доплыву. Ебать ты жирный, конечно. Да погодь, сейчас. О, погнали. Сейчас ты ответишь за свой гнилой базар. За базар гнилой какой, чувак? Ой, не притворяйся, типа ты не знаешь. Не делай из меня дурачка, пожалуйста. О чем ты, чувак? Из-за пельменей каких? Да, ты поставил ради пельменей всю нашу дружбу вместе с жердяем. Ты мне был лучшим другом, ты мне был преданным другом. Я думал, мы друзья с тобой. И чё, ты думаешь, я бы с этими пельменями не поделился, типа, с тобой? Но вы же все переписали на жердяя, миссис Тенбенко. Ты же работаешь на общего нашего врага, который же тот самый запретил сначала пельмени, который тот же самый сначала зашел к нам в дом и указывал нам на правила, что и как нам делать. Тенбенко — это пешка всего лишь, поверь. Он не стоит ничего для меня, чтобы я его как-то слушался и выполнял его указы. Я его использовал ради своих целей, чтобы, сука, получить этот завод грёбаный. Ну, конечно, ты же у нас алчная скотина, Райдер. Тебя всегда по жизни интересовали только, мать его, деньги. Деньги? Какой ты тупой. Помнишь, мы тогда ездили на задание с Кетчубом? Я тебе тогда сказал, что я порешаю вопросы с этим ментом, что мы не будем с ним махач устраивать. Я проверял почву, пошел к нему в доверие, чтобы потом же его и закрыть, используя. Дурачка из меня сейчас не делай, окей? Не прикидывайся, типа ты не знаешь. Слушай, Сиджейку, я не хочу с тобой воевать. А ты все сделал, чтобы мы воевали? Ты связался с этим Тенбенко, ты связался с этими гребанными фиолетовыми. Ты за все ответишь, за все эти страдания, которые ты причинил. Так а сам, что ты слушал, каких-то ментов, которые тебе запрещают делать что-то, пельмени есть. Вообще, в своем уме, понимаешь, как тебе мент может запретить есть пельмени, а уж тем более вообще любую еду. Он коррупционный мент украинский. Ты проверял его хотя бы вообще? Чё? Я в тебя не предавал никогда. И то, что было, и окей, извини меня. Да двигайся, давай в лодку залезу. Чё, снова кореша? Да. Да пофиг зайти к пельменям на нашу дружбу. Да-да. Тенбенко, правда, там все стыбзил с пельменями. Вот скотина, блин. Да-да. Ну, уже с ним будем вопросы решать по мере поступления. Кстати, что там конфетка, кстати? Тенбенко засадил его в психбольницу для тех, кто пельмени любит. Ну вот неадекват. Ну чё, с наступающим праздником, братан. Конфетка, ты живой? Да-да-да-да. Только я чё понял, мне походу 5 месяцев лежать в этой психбольнице в дурдоме в этом всём. Ну тут ты понял, какая фигня? Тут приходит каждый раз девчонка в белом платье, танцует себе танец, стриптиз и пельмени дает. Так что это даже хорошая психбольница. Эй, ты не знаешь, Лучана, где хачапури тут перед... Отойди от моей машины! Этот пердоля оплетует тебя сейчас. Ладно, пошли, Холмс. Помажем шашлыки на кетчупах.